Вот почему я действительно тебя ждал. Даже приказ заготовили. Вот можешь ознакомиться. Ох, очки-то я потерял. Да на. Ты понимаешь, вот здесь вот не знаю, как поступить в одном пункте. Назначить художественным руководителем, кого порекомендуешь? Ну, ты своих ребят, я помню, в гражданскую войну не бросал. Так вот и я не брошу. Ясно. Да. Да возьми, у меня другие есть. Ой, как они мне нужны. У тебя какое последнее звание было? Спасибо. Прапорщик. Прапорщик артиллерии, ускоренный выпуск 1916 года. Не пойдет. Напишем, пожалуй, так. Назначить народного артиста республики. А начальником кого? Начальником? А вон Сусанина. Как же так? Я на фронт обязан в строй? А вот так. Можешь ознакомиться. Работа артистов приравнивается к боевой. Так и сказано. Оружие равной силы. Кстати, как назовем мы нашу команду? А? Название нужно бодрое. Один веселый солдат дюжина грустных стоит. Ну, предлагайте, предлагайте. Давай. Веселый эскадрон. Во! Товарищ комиссар, седьмой вызывает. Ясно. Да, кстати, когда вы планируете первое выступление? Хорошо бы сегодня, Миш. Но... Пополнение прибыло, поддержать хочется. Как? У нас есть там старая мельница, мы ее подлатали, там почти тепло, жить можно. Но в таком виде... Обмундирование получите. Товарищ комиссар, помните, разведчики докладывали, захватили фашистский фургон с театральными костюмами? Помню. Они собирались в Москве свою победу праздновать. Да, что ты... Посмотри, Миша, этот фургон. И все, что нужно, забирай. Пользуйся. Ой. Связисты, на выход! Снежинка, я пурга. От бронебойщиков кто есть? Я пурга, снежинка. Есть, есть. Снежинка, снежинка, товарищ командир, вас ПНШ-2 вызывает. Я пурга, снежинка, снежинка. Я пурга. Женя, вставай. Буди всех. Отдыхать будем после победы. Вика, Вика, вставай. Буди всех, отдыхать будем после победы. Женя, Женя, вставай. Вставайте, надо выступать. Друзья, перед вами... Сейчас выступит молодежный коллектив «Веселый эскадрон». Итак, друзья, две славные подружки пропоют для вас... Чесушки! Хочу с тобой посоветоваться, Миша. Да? Полуофициально рекомендовали. Вот посмотри, ты знал этого человека. О, Буренин. Да, Викентий Николаевич собственной персоной.